Я тебя там разорвал на части, я продал все твои армии, все твои флоты разобрал. И сделал тебя вассалом всех государств сразу. Заходи, будет тебе весело. Ок. Наконец-то ты зашел. Ладно, я тебе ничего не какал, я просто чуть-чуть подкакал. Мир? Да. Личка кончается быстро. Как пригласить его в этот? А, это вассал. Понятно. Под ним у вассала чужой страны в миллиард на утро, чем у меня в 5000 раз. Там прикитики прыщик родился сразу с 30к армии. Да, я знаю. Ну все, он сдох. Он сдох. Что ж, раз я никого не могу задавить армией, как в принципе всегда, я иду строить экономику, как всегда. А потом она нихуя не будет. Значит, придет какой-то ваша империя с 50 тысяч хуйнями фонами. Расхуярит всех и все. Или будет стоять АФК всю игру, когда меня захватит. И я такой, да, да. И тут нам. У меня снизу уроды, вот, видишь, Тенджит Стар Полити. Красненький такой, да? Он, короче, у него максимум 29к флота. Я насчитал. Потому что нигде флота больше нет у него. Типа, а у тебя 40, по сути. А у тебя 40к. Ну, да, 40к у тебя, черт. 31, 32, 33. 35к у тебя. Типа, ты просто недавно спавнился, брат. Брат, смотри, это ты... Это... Сейчас, пошучу. Это вот ты вот, когда на аниме там стараешься, потеешь, даешь красивый был холл, рефурешер, почти всех убиваешь, но команда не дотягивает, ничего не делает, и это вот, это твой... Ну, брат, пределы мигмы. Блин. Такой же предел. A special project is complete. A study has been completed. Я и шутник, конечно. Vessels have been refitted. Смешной. Типа, у меня станция? Ну, которая где максимум этих оборонительных платформ. На 120к, брат. И у всех моих соседей, снизу, ну, вокруг меня. Почему я кризисом не могу стать? 50к флота. А кто ты вообще? Не знаю. Чё ты не можешь стать кризисом? Забунтовавшийся служитель мешает, принцип какой-то. Так ты же не робот. Я не робот, а почему я не могу? Реаниматор в роботической гильдии. А что ты не можешь? А-а-а-а-а! А, я не знаю, это же раньше мне не мешало. Должны быть независимым. Может быть, это... Ну, может, надо больше трех бонусов за стремление? Нет, здесь я говорю, там написано, должен быть независимым. Боже, вообще независимость. Как? Ты хоть знаешь, с кем ты там куковал? Я уже. Да. Караваны эсминцы нельзя стакать. А, нет, можно.
Почему нельзя было? Требуется пустая ячейка с бонусом за стремление, брат. Брат. Что же ты меня учишь? Смотри, вот пишет меня. Все у меня есть нужно. Что ж не пошел кач. Не стать еще более кризисным. Чем я планировал. Construction venture completed. А так, киска, тебе нравится, где я тебя трогаю? Что? Блокер clear. Блокер clear. Хуя себе музыка играла все время, этого меня не было. Ты почему звук не выключил на компьютере, мэм? Сори. Не с чай, брат. И мешку я оргазм, я ловлю. Ты ставишь меня в затруднительное положение. Я отвечу. Каким вкусом у тебя чай? Барбарисом. Шмарбарисом. Ну ты тролль. А у вас Гринфилл есть на Украине? Кто есть? Гринфилд. Конечно. А что у вас за чайков? Гринфилд, как Гринфилд. Так, есть или нет? Есть. Ага, мне послышалось нет, конечно. Ушки-то я не ищу. Первичный бульон. Одобрение. Вот там какие-то бунтовщики появились. Все неважно, брат. Хотел бы сказать, я и стать кризисом. Но, сука. План Б мой выходит. Что ж, план С, план Шме. Я помню, не знаю, у меня почему-то запечатлилось в моменте, что я когда был с кем-то подсосышем, ну не именно папой, а у какого-то ложка, я мог кризисом, так, наверное, это ложные воспоминания. Ложные воспоминания. Ну да, такие бывают, давай говоришь. А помните, вот у меня запечатлилась в памяти, как я вот скушал колбаску. Я такие, не было такого, все говорят. Как не было, вы же все там были. Все думают, что ты шизик. Все понятно, ты шизик. Просыпай нашу федерацию, супер крутая федерация для супер крутых пацанов. Брат, освободишь меня, я вступлю хоть куда ты хочешь, хоть. А где твой папаша? Справа. Справа, где справа? Ну вот, Детакан Протекторс. Поговори с ним. Я их не вижу. А, вижу. Детак, презрение. Я могу их оскорбить, брат, спиритуалистов этих. Дурачок. Дурачков этих. Нанитовый запретитель. Он запрещает, брат. А, говоришь, что хочешь. Я под чаем. Нанитовый запретитель. Он нанит на запрещает. Мне хотелось бы извиниться, что вам пришлось потратить на поиски мое исчезновение. Было преднамеренно, понимаете? Нет, не понимаю. Нихуя себя. У меня уже 20 раз такая выскакивает событие, где у меня ученые уходят на планету к макакам, которые считают его божеством, и он хочет привести там цивилизацию. Лапает. Брат, ты бы не хотел быть, по сути, богом для них? Ладно, один раз, хорошо, но это второй уже.
Тебе могут делать все что угодно. Ты сказал, они все сделают моментально. Всех в рабство там отправить. Вот в это житуха будет прикольно. Нет, ну если вот эта раса, допустим, которая вот считает меня большинством, вот привлекательно мне, вот как бы похоже на маленькую Лолечку, то может быть. А если там какие-то макакищики там мускулистые, то... Ну, брат, ну знаешь, ну есть же зоофилы, да, вот, у них то же самое, понимаешь? Я зову да Виолу. Не... Виолу зовешь? Да, все. Понятно. Нам нужен третий человек, Талариса. Кто будет играть с Таларисой так долго, как мы? Много людей же играют с Таларисой. Так долго? Ну к нам же даже заходят какие-то дебилы. Я могу пригласить одного мексиканца, ему нравится Таларис. Я бы хотел, он чтобы задрот. Я понимал, что он говорит. И не задрот, а желательно. Он что-то съебёт нас всех. Не, ну я его заебал тогда. Я на максимальной сложности с ним играл. И я его заебал. Пока я кризисом был имбовый. Это когда только-только кризис вышел, я сделал за кризисом, я разъебал всё, да. Красавчик. Да, я знаю, я охуенный. Ты тоже по чаям? Нет. А должен быть? Как хочешь. Где флинтует? У меня куча планеток есть, но мне так все. Ладно. Нужно... Няшица. Давай, раз предлагаем. Не ты. Газы, газы. Я по науке вообще ноунейм. Лох. Ах, инженерия. А где мне взять? Где эта генетическая модификация? Где эта хуйня, блядь? Я тут. Да не ты. Хотел, чтобы вы переселялись автоматически, когда там красный чемоданчик ебаный. Если ты. Ну, зажиг. А, ты лють. Ну, короче, смотри сейчас. Я лють? Ну да, да. Не уверен. Короче, смотри, есть сооружение. Ну, космическая станция, да, звездная крепость. Это самое в конце. Транзитный узел. Да, в конце надо это сам. Пока. Не выясни, это что было? Молния. А что? Пока что это только молния, брат. Я рад, что я не запечатлел ничуть смерти. Как мне, блядь, строить? Я не понимаю. Она не строится! 22. Наука-то должна быть, да? Вражеские корабли? Кто где? Воздержаться. А мне... Как называть штука для эволюции, блядь? Где эко-штука? Монополис? Халло, ну, генная модификация. Я не вижу генной модификации. Её нету. Члена у тебя нет. Его нет, да. Отгони. Прекратить военное положение. Сразу 10%. Объявить военное положение, что ж. Нельзя выходить из военного положения, как я понял. Нельзя, нельзя, нельзя.
Здравствуйте. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Алло. Hello. It is I. Приперлась я сюда, припахалась. А где ты была? Не говорила никогда. Так все время. Где ты был? Я перенастраивал Wi-Fi роутер, Wi-Fi роутер на телефон. Чтоб телефон раздавал на Wi-Fi, на роутер, в роутер от компьютера. Зачем? В смысле, чтобы у меня был интернет, короче, молния вообще въебала прям в этот. В башню. Ну, где оборудование компании, которая раздает интернет. Провайдера. И все сгорело там, как я понял. Бэды ищи все. Да! Пожалуйста. А вдруг это дроны? Нет, брат, это. Дроны молнии. Нет, это. Это я был. Я перезагрузил просто им. Я сжег им все, брат, в сори. Надоело мне просто тренер там жить, хочу в каменный берег уехать. Ой. Заходи. Сервера нет, Олег. О, господи, я же еще начал перезапускать это все. Я умер. Сейчас перезапущу. Такой интернет будет лагать теперь, брат. Потому что у меня не самый. Да, у меня в радмине почти 5 палочек. Это радмин. Фисташкин, это ты? Хантер, ты? Никочан, ты? Смерть шахматисты. Смерть шахматистам. Смерть шахматистам. Все на 3-8-2 играют. Ладно, кому я говорю, тут есть 3-4-5. А если ты на 2, интересно, сейчас поищем. Не, никто не играет. Падать. Нет, никто. Никто не играет на столь старых версиях. Я потрогал лапу, если обиделась и ушла. Заходи ко мне. Да я как-то, знаешь, ну, тут лучше побуду, там, знаешь, на границе, думаю, меня как-то, ну, вряд ли примут там, знаешь, там. Не хочу. Ладно, не приезжай, заходи просто. Каких-то новых дырок в своем теле. Так больно. Мне своих 6 дырок достаточно. Что? 6 дырок? Ой, ты слушал? Частично. Что экономика у меня начинает помирать. А я вообще без науки. Я хотел все в сплавы идти. У меня все в науку. Вообще пацифистом быть прикольно, если ты не спамишься с 5 уродами вокруг тебя, которые хочет тебя прям сожрать в первые секунды игры. Пацифистов всех любят, кстати. Я еще и ксенофил при этом. Ущенка. Извините, нужно открыть двери коту, который выходит каждую минуту сюда-сюда. Да-да, я иду. Макодя. Ну, заходит, да. Чуть медленнее. Ну, он тут сломанный. Вот. Да, то есть такой, как он. Угу. Кресло забираешь, да? Угу. Диван забираешь? Угу. Его только разбирать надо. Ну да. Мне еще там подъезд не надо, там какое-то быдло подпивасное. Котик, ты зашел и вышел там через неделю, когда проголодался. Что он такой тебе пить? Как это быдло подъезд? Там, короче, всякое быдло подпивасное живет в подъезде этом. Там они музыку громко играют. Нет, ну, короче, быдло гопота живёт там.
Мне не нравится. Вот, наконец-то зашел. Ты долго заходил? Ой. Сурмы медных ТДБ? Там вовсе ничего нет про смерть и какой национальности. Смерть хочу. Ой. Брат, как рабов заставляют работать без насилия? Я убираю военное положение, у меня 10 стабильности. Я хочу услышать гайд, как быть хорошим папой. Я не знаю, я не играю через авторитаристов. В смысле, ты часто играл через рабов? Кому ты врешь? Авторитаристов нет. Я играл через этот... через спиритуалистов? Ксенофилов и я авторитаристов. Помню, как ты моментально скупал рабов. А, это да. Так я... Не-не-не, я скупал рабов именно... Ну, чтобы они были работягами, а не рабов, рабами были, понял? Кто меня научит быть папой? Пиздец. Гайдер... Не самый лучший. Желаю тебе сдаться в рабство. Попробуешь, как там изнутри. Желаю тебе не открывать свой рот. Нет, ты. Что я? Что я? Ну что я? Здорово. Как ты? Как заставить рабов стать счастливыми? Нам хороший вопрос. Что-то им не нравится. Ну, промываем мозги, сделай стабильность, найми другого лидера. Не знаю. Ломай шмотки. Там со шмотками пункт обязательный. Ученый. Нихуя себе, арест преступного босса. Все, заживем. Upgraded. Construction venture completed.
Council agenda available. Сейчас поиграем. A special project is complete. Что? Кто пробудился? Хан пробудился. Где он? Ну блядь! Он пробудился там, где я не хотел, чтобы он пробуждал. Ой, брат, а знаешь, кто сверху меня, вот там рядом со мной? Тот же вот пират, который мог стать ханом. Меня, ну ёбаный в рот, Тихонька, за что? Блядь, Тихонька. Пусть ко мне, блядь, пойдёт. А там ухаж на империи у него, все нормально. А там пизилка пошла, я понял. Даже нельзя стать посольством хана. Ты не можешь? Почему? Должен сначала независимо стать. Брат, он снизу, не переживай. Что-то человек 80к флота, он что-то отбегает, значит там что-то пострашнее, чем 80к флота. 90-ка флоса. Ну, да. Кисненька точит когти об меня, блядь. Кисненька, за что? Сюда подзорвал, что дерево. Там больно точит когти. Council agenda ready. Это корпорация, да? Да, это корпорация. Что тебе можно сожрать? Вот ты меня. Ай, блядь! A study has been completed. Вообще, кисненька точит когти об меня. Я протектор! Я... Просто терпишь это, да? А я да. Мне нравится, когда меня точит когти. A study has been completed. Мои наемники чуть уволились от меня, потому что их никто не нанимает. Шо, все, нанял вас, довольны? Не нахуй этот флот. Чем ты их нанимаешь? Никто другой наймет? Они сказали, что если их никто не наймет, они сломают шмотки. Нихуя себе. Я так же и хочу сделать. Что по ходу? Я могу рубриказы выбить? Я не знаю. Если станция подамажится, то может быть. И раскапывай. Скоп. Иди раскапывай, скопки, ра-ра-ра-ра, скопки. Раскапывай, раскопки, раскапывай, раскопки, раскопки, раскапывай. Хан что-то ебёт. У хана 200к флота, понял. Ебать. Разрушенное летальное кольцо. Что ж, планетка, которая я хотел как бы... помочь ему, да? Но что-то он вздыхает. Дурак. Что, дурак? Дурак. Как мне к нему еще попасть? А, вот так надо попасть. Понял. Relaying transmission. Technology researched.
токсичное болото. Мар, ты тут живешь? Рот закрой, дебил тупой. Круто я тебе подыграл. Да, если не сломать планетку, на которой у меня куча денег, это будет очень грустно. Я насрал. Так я знал. Фабрикатор. Удивительно. A study has been completed. Inbound communique. Мой ученый, который сбежал от меня, прогрессирует науки. Теперь макакичи все больше и больше умнеют. Макакичи умнеют. Или наоборот, подожди, или тупеют. Я еще не понял. Ты плохо следишь за своими макакичами. Не мои макакичи, я просто наблюдаю за ними. Ты плохой наблюдатель за макакичами. Я в тебе не дал бы зоопарк изучать. А в смысле за... А кого я нарушаю, блин? Меня половина. Ну, блядь, у меня нету нихуя, отстань, те уроды. Денег у меня на то, чтобы что-то делать. Не заставляет меня строить плот. Не хочу делать плот, я тут такие. Хм. Нет, пупсик. Что? Ничего. Мне даже что-то сказал. Ничего, дорогой. A study has been completed. Демон в соседней комнате. Извините, я, видимо, не туда зашел. Ничего. РПД себе надевает маску, достает бензопилу, рубит детей. Я был маньяком всего лишь, а не призрачным врагом народа. Будешь ребенка? Не дам, мой ребенок. Отдай. Эксперты Маканус, Барка Монастарус. Если Маканус, сам ты Маканус. Макакус. Мог как грубо говорить. Говори просто афроамериканец. A study has been completed. Интегрировать подданного.
А что, кстати, с тем сейвом, где я понастроил 1000 орбитальных колоний? Я не помню. Можем не тот продолжить. Понятно. Я не помню, что там происходит, брат. Я не знаю. Мы просто каждый раз играем в Solaris и начинаем заново, и то, что было в прошлом. То, что было в прошлом, останется в прошлом, брат. Ауф. Не продолжаем, либо по той или иной причине, либо первому лицу не очень зашла катка, либо второму лицу не очень зашла катка. Я там штук 20 понастроил орбитальных поселений. Это немного обидно. Что весь твой труд такой вот. A study has been completed. A belligerent fleet has been engaged. Крысы криптоманы. Брат, ты тоже криптоман или ты крыса? Ты всех сдашь. Construction venture completed. Я за любовь. A hostile station has been. Я всех сдам. Жимую космический мусор? Моя первая видео. Что хочешь забрать мой мусор? Моё. Не трогай мой мусор. Бери руки. Беру мусор. А где теперь дипломатия? Я забыл. Там там, ага, 10. Клинок охотницы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
какой-то. А, еда. Спасибо, пап. Мою планету все раздолбили. Николай, там Аханд может убивать. Знал это? Я думаю, что у меня так экономика падает так по чуть-чуть так. Плак, плак, экономика, плак. Плак, плак. А потому что, блядь, Хан ебёт планеты. Росно. A study has been completed. А, ну ты виноват, посмотри. A study has been completed. Инагори. А где Инагори? Инагори, 22к. Балдурак. 24к. Inbound communique. У меня куча планеток появилась. Что ж, теперь пора их настраивать. Construction venture completed. Кисенька, можно её? Inbound communique. Кисенька, это я тебе говорю. Что ты молчишь? Нет, нельзя. Хорошо. Не буду. Сиська, сиська. А если... Я нажму... Вот это вот? Кем я стал? Inbound. Ты все еще подсосыч. Да нет, я фанатичный спиритуалист, я голодарист. Я поменял все свои взгляды, которые я знал. Интересно, пойдет ли кач после этого? Че меня сразу все любят? Ушли вон! Inbound communique. Inbound communique. Да хорош. A study has been completed.
находится у них лота. Что это проблема его сала, а не меня. Мне все равно. A special project is complete. Inbound community. Пора пить чай, когда начинает стрессово. Блять, я стал перестал быть лидером. И у меня. Меня украли флот. Который я хотел отправить. Сражаться. Хоть говорит там что-то, я не понимаю. Что говорил, пока меня не было? A special project is complete. Я был лидером федерации, а потом мне украли флот. Мне сейчас покатываются злости. Да ты не виноват. Я знаю. Сколько у него флота? 16к. Блядь. Многовато. Сколько нету. Вот моего друга. 400к флота моего друга. А он не хочет хана убивать. Дурак. Что это вообще за планета? Правосудие трусов. Ну планета, блядь, какая-то нуны вообще. Мне все равно. Я знаю, что я сделаю. Я сделаю вассала. Это. Так. Что ты игру подлагиваешь?
А ты опять сделал? Ни в чем не виноват. А если бы был, я бы не сказал. Фу ты. Inbound communicate. Охуеть, плотно. Помнишь про шутку с Энигмой, когда ты там тащила с предела Энигмы? Mm-hmm. Теперь новая шутка со скриншота. Это я вот хотел вот стать вот 4К ПТСом, властелина поднять, вот это вот. А потом я с тобой со мной поиграл, да? Да. Да. Скриншот смотри. Ой, ну как так? Нихуя себе, брат, а кто ты вообще такой по жизни, вот? Где? Кто ты? Что за лидер у тебя? Кто это? У меня лидер? У тебя лидер. А, это женщина. Это легендарный лидер, брат. Он, ну, бой, знаешь, ты стоит этот маяк, стоишь, который ты говорил. И тебя лидер иногда могут прийти. Угу. Ну вот. A study has been completed. Задорный ква. Здесь название смешное. Задорный ква. Ну, ква-ква, да-да, ква-ква. Новый уровень федерации, прикольно. Папа. Кто сдох? Я. Yeah. Да не ты, ты. Так, да. Брат мой дядин сайн. Брат мой дядин сайн. А где ученый, блядь? Он был ученый был, потом ученый пропал. Establishing a new colony.
The situation log has been amended. Council agenda available. Inbound communique. Comprehensive. A study has been completed. Нихуя себе, блядь. Спасибо. Песенька, ты охуела жрать передо мной мою еду? Иди сюда. Иди сюда. Хоть лидера в отставку. Пока. Блядь. Лидер ушел в отставку. Балдурак. Киса, не сиди на проводах моего планшета. Иди отсюда. Да, тут еще киса спит. Вот так вот. Фух. A study has been completed. A study has been completed. Эволюционное мастерство. Это я, да. Я мастер эволюции. А еще трогание маленьких лолечек под хвостик. Окей. Ставлю пока на потом. Изучаю раскопки. Ага. A new colony has been propagated. Нет. Кучки. Жгутики и амёб. Амёб. Через П. Брат, а ты амёбка или амёбка? Б. Вопрос на заставку. Б, ты бэкаешь? Ну ты даёшь. Бэкает он. Не только бэкаю, я ещё и подсасываю. Кому? Игре. Мне. Да. За жуков роботов у меня, конечно, идет лучшая игра. Выжившие переориане. Хуй, отвеселение надо. Следователь сдох. Опять. Дед, успокойся. Нечего уже пить. Дедушка, успокойся. Я успокоюсь тогда, сынок, когда решу, что ну, это хану, нужно. Пойду добью хана, наверное. Если получится. Thank you.
Inbound communique. A study has been completed. Блин, не хочу, чтобы хан трон отдавался другому. A study has been completed. Inbound communique. A spaceborne life form has appeared to us. Что, если даже коммерческий доступ к корпорации тебя сразу начнут строить? Что? Угу. Начну строить. Хранилище переполнено. Хранилище переполнено. Переполнено хранилище. Хранилище переполнено. Бибуба. Отдай твое хранилище. Inbound communique. Нет, стреляй, не отдам. Дай мне все, что у тебя есть. Сулирия. Я голодный. Дай мне все, что у тебя есть. Малорания. Зачем мне сплавы, брат? Я лимит. Понял, спасибо. Я приму ваш дар. Вы не забудете это мое. Ты понял? Благодарность мою, короче. Да я тебя спонсировал так, как мог, за эти 10 госплава! То ты игру мне должен был выиграть этими 10 госплавами! Хорошо, сейчас. Флэшбэк словил, давай. Ну, бра. Насчет тех 1000 госплавов, я жду, когда ты вернешь. Нет, они уже не тогда не нужны были. Мне они были нужны, да, да. Зачем мне еще 35 тысяч сплавов? Тебе они нужны! Ладно. Раздаю, значит надо использовать. Спасибо, брат, я буду у тебя в долгу. Он не был. Друзья не хотят трашить последнюю систему у хана. Хотят оставить его, чтобы он был всегда здесь. Spaceborne life form encountered. Spaceborne life form encountered.
to Lydia, I imagine. A study has been completed. Настало время моей независимости. Проснулся независимым. Кукулк-клан. Я фанат Кукулк-клана. Шмокулос. Кукулус-кукулус. A spaceport is beset. A military station has perished. Куда он летит, интересно? Как он летит, хана убивать или он просто по приколу куда-то летит? Летение облетит. Опа, опа, сейчас я Хана украду. Смерть Хана. А не, он просто решил встать на системочке рядом. Понятно. Construction venture completed. Блять. A new colony has been propagated. Он идет Хана убивать или нет? Еще подошел Хана убивать, а я застрелил у него Хана. Что только стилить могу. Это правда. Я Олег Стилер называет меня в простонародье. Простонародье. Ну, ё-моё, он долго будет лететь, я думаю, гамно делать. Или нет? Что он просто стоит? Пусть он вперёд идёт. Едь вперёд! Он быстро! A study has been completed. Подземные нечистоты. Да ты сделал? Опять ты, я так и знал. Когда они Хана идут урашить, я не понимаю. Они просто гуляют вокруг системочек, да, и все. То есть, оп, там сломали, там ставлю. Слава богу, все, стилить Хана, стилить Хана. Пусть Нико еще первый точку понимает, я буду контролировать свой флот и ничего не делать. Это я, конечно, гений. Гений мысли. Опа, мои 20к против 13к, один корабль просто огромный. Сейчас Нико не трахнут его. Они просто решили сдохнуть. Станция. Бесполезная станция. Лети, лети, спасайся. Нет, не туда лети. Ну, блядь, что ты делаешь? Чего нельзя контролировать? Лучше флот. Микрить флот. Почему нельзя? Грустно.
Где хан остался? Мы всех убили. Где хан? Ну почему? Я потратил на это... Почему он не хочет? Как попросить человека другого сказать «да»? Это не федерат. Никак, наверное. Our vessels have been reinvigorated. Блять, иди отсюда! Ты так настаиваешь. Ебало, блядь, она сидит нахуй, ломает, не толкает планшетом, блядь. Курю на капец, курю по капец. Валарания, Элансо. Пошел нахуй. А нет, не ты, все, все. Не плачь. Чё и плачь, свобода слезка. Ты пахнулся, такой паров искать хорошо, он там едет год, он за секунду ты пахнулся черной дырой, тут 50 флота было, уже не смешно было. Бытло получает по заслугам. Да, брат, так бывает. Там у тебя, кстати, всегда будет черная дыра и проход прямо к нему, на его территорию.
an LM Empire, лирический авто. А где Хан, блядь? Его нет? Хана нет? Хан заснул, но он просыпаться не хочет, понимаешь? Хан как бы есть, но как бы Хана нет. Парадокс. Spaceform, Lifeform, Encounter, Ready. Брата бульбулятар, брата бульбулятар. Я все расскажу полиции за то, что у него бульбулятар. Бульбашки. Взрыв башки, бдыщ. Establishing a new colony. Мне не очень нравятся мои наемники. Все время говорят, если никто их не наймет, они будут самовыпилиться. В смысле? А как они такое могут говорить? Ты наемников сделал? Даже следил за ними? В смысле следил за ними? Я их кормлю. А как надо следить за наемниками? Да, брат, твоя любовь. И не моя весь своего отца, который тут же не хочет отпускать меня, потому что очень любит. Очень любит тебя. Потому что ты питомец, брат его. Вот почему он тебя любит. На самом деле ты просто питомец. Ты пэт его, понимаешь? Пэт. Bye.
И потом будет улучшаться. Надо. Понял. A study has been completed. Брат, представляйся к нашей федерации. A study has been completed. Наши лингвисты изобрели новое умелое оскорбление. Осталось подобрать подходящую цель. A special project is complete. Нам в скиллах умело оскорблять еще нужно заслужить. Что ты так мило оскорбляешь? Ну, у тебя с Кровидином очень хорошие отношения. И Уэзи. Здесь единства нет. Да мне единство все уходит. Пиздец. Что ж. Что случилось? Да я нанял ученых. Ну, эти, которые... помогает с наукой ученого, понял, да, который помогает с наукой, да. У меня их забрал папик. А? Жаль. Я привык, что меня здесь никто не любит и все троллят по типу присоединяйся к нашей федерации там. Не мог пригласить. А, соперники с ним победили. Ну, бля, они соперничают. Не хочу я с ними соперничать. Они слишком охуенные. Они добрые, хорошие. Чувачки приколитые. Красавчики вообще. Игорь, эти ассоциации меня... Твою ассоциацию пригласили федерации мною. Ну ладно. Даже не ты. Тебя предоставили федерация? Не, ассоциация, да. Но тебя предоставить все равно не смогут. Не, по сути, ИИ сможет. Так, да? Потому что ИИ как бы все могущие, а мы ложки просто.
Где наука у меня находится? Тут наука? Тут наука. В жопе! Нет, блин. There's a light over at the newly established colony. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой, доброшный добро. Не выдыхай так тяжело, ты еще не родился. Озлобленный на весь мир. Гуль. Брат и гуль, брат и гуль. Брат и гуль, брат и гуль. Брат и гуль? В 75. Где мне идти? Где мне брат и гуль? Что? Меня высасывают из них. Здравствуй. Я вообще-то раз настраивал, мне все равно душило там голосование от этого. Дураки, что ли? A study has been completed. A new colony has been propagated. There's a light over at the newly established colony. Suliria in Mansalostrisoi. Inbound communicate.
Как же мало влияния. Че, Хан где-то спрятался, брат? Хан спрятался, его теперь нигде не найти. Мы не знаем, где Хан. Он просто где-то живет. Может, ты вздыхаешь? Ты тоже ебут? Угу. А тебя почему? Не понимаю, забирай. Ну, слушай, ты против суперкрутого задрота всегда первым был. В совете ты с ним дрался. На смерть просто. Не на жизнь, а на смерть. Дрался там, сражал за своё выживание. А сейчас не можешь? Не верю, брат, ты просто роплешь. Ты просто шутишь. Это, кстати, не самое сложное, сложное я тебе поставил. И командор стоит, тут предпоследняя. Попробую поиграть пацифистом. Вот видишь, я пацифистом два раза играю, вроде жив. Шмачефистом. Нет, понял. Дом встал. Бать, пистол меня трахнул. Пока. 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 Он. Пропал. Спрятался. Не выходит на улицу он больше. A study has been completed. Экономополис почти что скрафтовал. Какое-то такое. Жёстко.
А ты папоньку свой трахнешь? Никак, ладно. A study has been completed. Тяф-т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 яф. Брат, тяф-тяф-тяф. Туф-туф-туф. 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 Я друг. Я знаю. Я не друг. Если влияния нет, то когда я за обычную страну играю, то там у меня миллиард влияния. У меня тысячи лимит. За корпорацию играю? Ноль. Хотя, ну, ничего не делаю такого. A hostile station has been engaged. Могут ли пуки пукать? Новый год. Пук-пук-пук-пук-пук. Всех на дне этапе, новый рок. Новый рок. Study has been completed. Бля, забыл раз улучшить. A blocker has been cleared. A mere trifle. Species enhanced. Species enhanced. Species has been enhanced. Void. A study has been completed. Пробирочная. Я оттуда. Папа откроет. There's a light over at the newly established colony.
Да ладно. A planetary impediment has been dealt with. A study has been completed. Что может пойти не так? Взорвать всю вселенную. A special project is complete. А, блин, надо было зомбиков поменять, не хуй, штучку. Construction venture completed. Кристаллизация. Пробирочная. А где пробирочная? Я здесь. A study has been completed. Члены фонов. Левиафан повержен. Брат, левиафана всех убили на карте. Да. И шо? И шо? И шо? Да ничего. Дела, как у тебя? Не скажу. Inbound communique. Inbound communique. Inbound communique. A study has been completed. Inbound communique. Что, где-то со мной мигрировать надо? Никто не хочет дать мне влияние. Ну, еще можно пригласить федерацию. Не вступит в половину моих людей. Ну что ж.
Русская, но не пушка. Пушка. Мы улучшаем отношения? Мы улучшаем отношения. A space-born life-form has appealed to us. Это мой брат. Он прежде всего мира. A study has been completed. Я всех сдам. Он всех сдаст. Будет вкусно, когда он всех сдаст. И невкусно. Кто нас идёт в федерацию? Так. Власть статус ситуации. Хорошо, а как пригласить его в федерацию, если он как бы ассоциации, но он как бы нет возможности пригласить его в федерацию. Он воюет с кем-то? А, он восстал какого-то другого дебила. С кем он воюет? А чтобы улучшать отношения. Давай. С тобой тоже можно. Debris has been analyzed. Debris has been analyzed. A study has been completed. Doom 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 doom. Ой, слушайте, надо просто космический рейнджер. Не космический рейнджер. Война. Debris has been analyzed. Он за километры, поэтому мне не интересно. A study has been completed. Мерзкие ориенти. Ну, потому что аж на твоей территории нет здания. A study has been completed. Даже не навести тебя. Мою ЛП. Навести. Кисенька, почему ты сидишь? Вот все кисеньки у меня любят сидеть прямо перед экраном. Кисеньки, иди отсюда, пожалуйста. Стой, минутку. Как прием беженцев взять? Прием беженцев. Правительство, это F2. Политика указы. Беженцы, прием беженцев. Где беженцы? А вот. Да, надо приходить. Я из ксенофоба, авторитариста, милитариста стал человеком. Смотри, насколько изменились мои принципы. Сейчас посмотрю. Брат, ты спиритуалист. Я говорю, ты корпорация. Брат, ты стал соперником мне только жду. Я давно им стал. Я рейд-кликом за минус 200 алды сделал плюс 2000 фот. Очень интересный ваш геймплей. Да, корпорация это жестко. Слишком жестко. Да отстаньте, я настраиваю расы, вы мне, блядь, с ними говно прикакиваете.
Оставляй меня. Смотрите, что делать. Construction venture completed. Всё, они. Пошли, зомби. Construction venture completed. Дайте зомби! Зомби! Дайте мне зомби! Debris has been analyzed. Depth upgraded. Construction venture completed. Construction venture completed. A special project is complete. A study has been completed. Construction venture completed. Debris has been analyzed. Псионики зомби, как тебе такое? Зомби псионики. Я тебе. Пиздец. Филиалы, филиалы, ту-ту-ту-ту. Здесь и там, бум-бум-бум-бум. У него тысяча влияния. Так нечестно, у него тысяча влияния. Неправда, плюс два. Было плюс шесть, когда у меня были мои злые принципы. Когда я делал так вот. Хи-хи-хи-хи. Хуя, если я построю здесь филиал, будет минус 4-5 голды вход. Да, такое тоже есть. Debris has been analyzed. Я построил везде транзитные узлы, теперь везде будут автоматически переселяться, да? Да. Правда, у меня теперь 26 из 15 космических баз, но это не важно. Как строить там, где только на планетках, брат? Мне надо это все строить. Так это все мои планеты. А. Вот. Полин ням-ням. Тахаем Олега каждый день. Потому что нам не лень! Охуеть. Нихуя себе, Оракл получает новую отрицательную черту. Меланхолик. Council agenda ready. A study has been completed. Что-то мне нравится мне мой Оракл.
А что ты говорил, там какая-то в реформации штука, где не тратится влияние за коммерческий пакт? Это не реформация. А где это? Это бонус за стремление, вселенские сделки называется. Бонус за стремление. Я обиделся на тебя. Ну, бля. Не хотел тебя. Побежал. Хотел. Construction venture completed. Construction venture completed. A study has been completed. Я не хочу роботов использовать. Мне, блядь, не робот, нет робота. Construction venture completed. Ты. Construction venture completed. Да. A study has been completed. Construction venture completed. Inbound communique. Construction venture completed. Отстань, не бригаться, мираться, хочу трахать твоих жителей. А я тоже хочу, но у меня нет влияния. И что делать, что делать? Влияние. Нет влияния! Примерно такой диалог у нас состоялся. Construction venture completed. Очень интересно. Construction venture completed. Construction venture. Брат, кто ты в игре Stellaris'а без игры с корпорацией? Лох, которого все трахают. А что? Ничего. Услышал, что хотел. Ну, так оно и есть. Лох, которого все трахают. А до 40 касплов вернешь. Council agenda ready. Ладно, когда попросит тебя? Кто там? Кто это? Шоколадка, спасибо. A study has been completed. A spaceborne life form has appeared to us. A special project is complete. Зомби! Знаешь, что еще зомби? Я зомби. Ну, a study has been completed. Мега вер. Мега вер.
обаятельный. Обаятельный. Дайте бы еще на ком попаразитировать. По-другому в эту игру тут никак не играю, я смотрю. A study has been completed. Игра через 26 год за кодиков закончится. Я почему 26? Через сколько? 2450. Я думал 2350. Не, брат, мы играем долго здесь. 3 дня. Йоу. Я так рад. Брат, ты можешь выбраться из бомжатни, которую в тебя запихнули. Ты рад? Ладно, к моему. Ты никому не рад. Ты ничему не рад. Ты ничему не рад, ты никому не рад. Это самый пукальщик, ты пукальщик. Можешь пук-пук. Идите туда, да, да. Почалося. Почалося. Да. Ладно, не важно. Ладно. A study has been completed. Понка. Гонка? Гонка. За кем гоняешь? За кем гоняешь? Красные штуки пропали. Теперь они сами и тут куда нужно им. A study has been completed. Как жуков переделаться? Ты не можешь жуков переделать, только роботов можешь, по идее, переделаться. Не в полноценных. Вообще ты роботов можешь переделать. Не, именно в полноценных можешь. Но чтобы у тебя был бунт роботов, и ты поменяешь, как бы, ну, все поменяется. Там какое-то странно. Помнишь, у тебя такое было уже?
Тебе дали выбор поменяться? Помню, но я не помню, как я это сделал, потому что это было не намеренно. Вообще намеренно, она даже с камерой там. Нет, я имею в виду не намеренно. У меня бунт произошел. Я не планировал его, понимаешь? Может, планировал? Подумай. Нет, нормальные лидеры планируют бунт. A study has been completed. Vessels have been refitted. Под влияние из-за того, что коммерческие пакты. От приближающего. По идее, ты можешь смотреть. Ты можешь договориться коммерческими пактами с одними, да? Поставить там все филиалы и поменять этот. Убрать коммерческий пакт. Что филиал у тебя вроде останется. Но ты теряешь типа деньги за этого коммерческого пакта. Ломать шмотки когда можно? Давай сейчас. Open SFO. Нет. Я такого не готов еще. Чтобы выстерзать из себя. Выстерзать такое себя истерзать. Получалось. Выстерзался. Тебя. Пузырёк. Древнее существо. Древнее существо. Сам такой. Взятый такой. Древнее существо. Я не сидите. Его троллят, он жжет. Прям как... Он всегда был мазохистом каким-то. Доту играет, плачет и продолжает играть. Вот трахает там прям вот до крови там, а он такой, бля, давай еще. Нет, он сначала говорит, через 500 тысяч раз его потрахал, такой, фу, бля, я наигрался сегодня, пройдет часов 8. Пошли догло! Траха! У меня ноль влияния. Ну охуеть. Да, это тоже ноль влияния. Это нормально, не переживай. Не переживай. Нихуя тебя женщина с пробирку держит. Я хуею. Сначала была просто женщина, теперь она держит какую-то пробирку с тараканом, пауком внутри. А где? Лидер твой. Лидер у меня просто... Какой-то орангутан хлыстый. Женщина, не знаю, инопланетянин. Женщина держит пробирку. Нету пробирки. Что она держит? Нет, там нет пробирки. А что это? Скриншот скинь. Я скинул. А? У меня она не так высоко, как у тебя, она у меня ниже. Я только ее морду вижу. Всё. А она держит пробирку, чтобы взорваться неожиданно. Да вы все знаете, я здесь уже. Инбаунд.
Council agenda available. Необычно. Необычно. A space-born life form has appeared to us. A study has been completed. The study has been completed. Building has been completed. Что ты тут делаешь? Я что с тобой? A study has been completed. Я не получаю удовольствия. Прекращай. Никто не получает удовольствия. У него фото. Бля, все еще не по зубам. Он воюет еще с кем. А роботы восставшие точно. Я не охота-то сильно. Охота Симба? Симба охотится? Я пойду трахну твоего этого папы. 476к флота, это вообще плохо. Бить войну. Война за верность. После этих слов ничего не произошло. Подожди, я сохранюсь сначала. Сохранение игры. Война за верность! Между тем, что мои друзья приняли эту войну еще. Нам же к тебе полетели так. Да, я потеплю. Мышление не впервые. Ух, какая у вас война прикольная. Там вдруг меня всех убьет, не переживай. У него миллиард флота, так я не знаю, где он весь флот. Это я, получается, стану другим ребенком, другой папа появится. Угу. Вот я туда. Я же знаю, да? Предел надежды. Сейчас флота. Да ломай! Он тебе полностью сломает? Какие друзья, ты? Ребят, ну, у друга 142к флота есть. Он должен же страхнуться, да? Он же должен. Колечки выпали. Наркотиками сразу торговаться начали. Понятно. Колечки как у Соника. Ой. Что смешного? Да ничего. Ничего смешного нету. Спасибо, брат. Я хоть что-то закончит меня мои страдания. Я вообще человеком не умею играть. Мне нравятся роботы или жуки. Нельзя вновь клясться в верности. Я кому-то в верности там клялся. И мне клялся в верности в начале игры еще. О, ну кстати, не так уж и много военных целей достигнуть. Потенциально это вообще возможно. Если сейчас крысочу подойти и сломать ему станцию, сдохнуть от этой станции, это, бля, хуйня идея была. Это прямо как заход в доту.
Только вместо твоих кораблей, которые идут в атаку, это твоя психика. Есть такое. Что ж, давай попробую сейчас сломать станцию. Он летит, кажется. Он, кажется, летит. Хочу спонсировать моего друга. Друг? Я спонс... Как сказать? Вот спонсировать, да? Как полное слово? Спонсировка? Спонсация? Спонсировать, все правильно. Это полное слово вроде. Это глагол, а как существительное финансирование, да. Я просто с Казахстана, как ты понимаешь. У меня валюта казахская. Угу. Не совсем еще приучился к этому языку. Ну, мне удалось отразить. Если бы у них уже это было. Это новое, типа, бунтари. Брат, дефайся как можешь, дефайся! Дефаться? Там... В смысле, он тупехнулся на мою столицу и убил меня? Чем дефаться? Любовь и уважение. Смотри, ты три усталости ему снял, брат. Нормально, нормально. Да, спасибо, я... Заебали тебя долбить. Влад. Подожди минутку. Пауза? Финансирование. Финансирование. А точно мне это самое? У меня лимит, как бы, брат. Поддержку террористов мой не ценит. Понял. Спасибо, дорогой. Усилить весь плод. Дальше плод. Я че, в общем, за игру дал где-то 70к сплавов. Ты должен теперь игру выиграть, раз я тебе за 10к игру, за 10к сплавов должен был всю игру выиграть. Ты мне 7 игр должен выиграть. Как по 10 смотрит на часы. Как по 10 смотрит на тебя. Ты быстро это делаешь, брат. Что, на часы смотрю? Да. Что значит мега-церковь? Почему у меня мега-церковь? Потому что спритолит. А я об этом знал? Да? Потому что у тебя папаша спритолит? Ты тоже спритолит? Нет, я спритолистом стал, потому что у меня там война была. Меня там идеалы принял. В войне, кстати, которую я выиграл, но я нажал проиграть, чтобы посмотреть, что будет, когда я другими стану этими. Зачем туда проигрывать? Зачем туда проигрывать? Потому что с кого мне ничего не давал. Это же ложка не мог убить. Брат, почти тебя освободил, не переживай. Семейные побудки. Откуда у него стало на 135 кафлота больше? Я в этом еще не занимаюсь. Буду чай не поставлю, а то нервы, знаешь, без чая. And
Enemy soldiers dare to step on our hallowed soil. A study has been completed. The world has been defiled by our enemies. Я проебал. Я на полностанции я проебал. A spaceborne life form has appeared to us. A spaceborne life form has appeared to us. A spaceborne life form has appeared to us. The station is under attack. A construction ship is under attack. A station is under attack. A spaceport has been lost to the other side. A spaceborne life form has appeared to us. The station is under attack. A military station has perished. A station is under attack. A spaceport has been lost to the other side. Повстанцам не могу помочь. Есть влияние стоит. Я их спонсировал, но... Бат, мы пушим его, Не переживай, мы сейчас убьем его, брат. A spaceport has been lost to the other side. А где его флот? Убили его? Нет, он у тебя гуляет. Мы в станции его одну сломали. Я, короче, пошел весь флотом... Я весь флот собрал в один и пошел типа его пушить. Я сдох. А потом друзья такие: о, халявная станция, наука, темная материя, ням-ням-ням. И всех убил. Спокойно. Ну, Бенетан, горки-то,
Посмотри, кто я, брат. О-о-о! Ну ты циклопик прям какой. У меня там важные документы у меня в руках держу. Надеюсь, их никто не увидит с обратной стороны. Я теперь не жрака. А кто я, блядь? Что ж, надо писать по фактам. Планета пустошает. Какой, блядь, кнопки реликвии? Перенаделали, блядь, все кнопки. A special project is complete. А ему там нормально, что у него там ебут, блядь, дом его родной, а он, блядь, планетки стреляет неандертальцев. Как Фир пришел пострелять. Потому что за ему смс-ки шлют родня там. Нас ебал, жут, бывай! Ща, достреляй, скобка. Ну, тупые корабли, быстрее летите. Быстрее, охрана технология. Ничего не получилось этого. Брат, сделай притязание. Сделай притязание на этого. На папоньку своего. У тебя же там черная дыра. У тебя там все будет бесплатно, кстати. Ну, бесплатно, имею в виду, там за 10-20. Нет кнопки. А если скорбить, простите, мир и предложить торговое соглашение, вся. Притязание, брат. Скриншот для тебя делаю.
Брат, ты притязания не умеешь делать? А тут обычно же в этой хуйне. Не-не-не, для Угасшей Империи там другое. Там только вручную надо делать. Смотри, вверх, ну, где список этого всего говна. Притязания. Кликаешь, клик-клик-клик-клик. Что ты говорил? Список всех этих кнопочек. Контакты, и рынок и так далее. Там притязание, самое нижнее. Делаешь притязание на его стеночке. Забираешь папоньку себе, а теперь ты папонька. Есть проблема одна. Ты не знаешь, как притязание делать? Да нет, я тебе недавно ныла на своих ноль влияния вход. Ага. Ну я не могу, у меня. А чё, я не могу? Я не могу, потому что у нас подход войны так не позволяет. Ну, господи, сделай там хотя бы одну стеночку с черной дырой. Или две. Или сколько угодно. Или у тебя вообще прям 0-0-0. Нет, 0.99. Ну что ж, значит тебе нельзя такого. А так мы, кстати, просто убьем его и все. Ну. Победа, брат, победа, ты свободен! Под моим крылом. Под моим крылом, брат, ты всегда будешь, не переживай. Новый сыночек, что ты... Хочешь сегодня покушать? Я хочу умереть! Подсосешь! Как мне делать тебе проспектория? Точно один. Я забыл, блядь, название. Я освобождать? Плюс одно влияние вход. Пошел кач. Я могу тебя освободить. Мне просто меня освобождать. Свободен. Кто тебя поразил? Я сам. Слишком жалко на тебя смотреть. То есть как ты страдаешь. Я просто психологически тебя задавил своими повторением твоих слов. Молодой. Ого, экономика в плюсе. Вот лидер в отставку. В смысле, как он посмел вообще уйти в отставку? Я его не разрешал мне как-то оставлять. Я тут революцию помог на какой-то планетке. Неандертальцев. А что мне с этого дало? Ничего? Ничего. Да. Просто по приколу сделал революцию в них. Планеты пустые. Ну, опустошили их кто-то. Брат, раз ты можешь угаших империй хуярить, иди других еще похуярь. Так это не я был. Это мой друг все сделал. Я ничего не сделал, брат. Мне подсказал член. Я атаковал станцию и сдох. A special project is complete. Мне кажется, баулы дали. Кого тебе дали? Баулы. 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 Thank you.
A study has been completed. Напомни теперь еще раз, наверное, потом, на папу того. Заходи все его системки. Так, заходи ты у меня, я не могу, я пацифист, я не могу признание делать. Ты сделай. Пацифист там. Ну, вообще, ну видишь, я пацифист, брат. Я тебя освободил, ты больше не раб. Спасибо. Но ты не обязан был? Чувствуй себя свободным, брат. Ты чувствуешь себя свободным? Ну да. Чувствую неуверенность в твоих словах. Ломаешь мозг. A study has been completed. A blocker has been cleared. A mere trifle. A planetary impediment has been dealt with. Что ж, я не подсос уже теперь, и кем мне быть? Наслаждайся жизнью, брат, будь свободным. Думаю, ебан видел. Он улыбается одним глазом, смотрит картинку. А там кто-то справа такой смотрит на него. Из портала. Я забыл, как зовут. Витли? Наверное. Там эти головы, эти шарики, блядь, я глазал. Который в космос уехал. Ну как уехал там. Полетел. Высосали его, высосали. Сплавов нету. Моя... Мое финансирование было маленьким, да, ты хочешь сказать? Не, хорошее финансирование. Еще ты сам это не использовал все. У тебя вроде бы дохуя ресурсов было, но ты слабее, слабее, хуже некуда. Ну, хуже некуда, слабее, слабее. Я не знаю, как играть в эту игру. Но сплавов у меня действительно много. Эй, бать, в смысле, у нас нет коммерческого пакта? Я на тебе жил! А теперь ты не хочешь на мой коммерческий пакт? Почему? Потому что у тебя и так их много, да, хочешь сказать? Он был единственный, на ком я паразитировал. Вот он! А теперь он не хочет принимать меня в коммерческий пак. У меня с ним дружба, брат. Это мой друг. A system survey is concluded. Брат, не вздыхай так. Ну вот, не вздыхалка. Хорошо.
Нет, демон, выходи! Я не выйду! Бешеный демон. Дружба, что ты не хочешь с моей федерации? О, соперничает со всеми. Понятно, как купить тебе войну. А я не могу я бить ему войну, потому что я с ними снял с ними эти ляльчики. Понятно. Тебе могу убить войну? А ты вообще восстал? Ну да, есть мы такое, помним. Это я. Кому здесь набить ебало? Ого, могу спирчиться сделать наконец-то. Со спиритуалистами. На, ваша империя. О, влияние. У меня все еще пекает, как мило. Опекает. А ты говорил ему, что ты именно захотел быть независимым? А надо было. Как-то не удавалось ему там сказать и с планеты там снизу, когда он обстреливал своими корабликами мои планеты. Не слышал моих слов он. Он только стрелял и стрелял. Опустошивал все, что мог. Наказывал. Что тебя накажут? Полностью накажут. Ну, а меня еще накажут, нет. Это как бы это тот самый лох. Ой, я на 14 месте стал, когда освободился. Я там был где-то на 20-м. Я вырубил бонус, и мне стало недопустимое соперничество с ним. А почему построить космическую базу стоит 250 влияния? Но как бы оно находится со мной, рядышком. Ты хочешь мне что-нибудь сказать? Не знаю. А ты уверен, что это твое? Ну, я тыкну. Вот тыкай тут. А почему? Без понятия, брат. Я тебя спрошу. Я не знаю. Детка, не пья куда присобачиться с крутой планеткой и... И всё. Если эта игра будет закончена на сегодня, на всегда. Да не. То есть тут... Я не обиделся. О, Родион включился. В софтваре. Google Chrome включился. Нельзя сменить страну. Ну, я понимаю. Все у меня говорит. Ой, бля. Да, блядь, нельзя сменить страну. Я навяжу тебе свои мысли. Мне навязывают мысли. О, как же хочется лолечку хочется. Ты больше не хочешь лолечек, ты больше не хочешь лолечек. Я строюсь хочу техножор.
Это я зафорсил. Он зафорсил. Один отдельные договоры запрещены, ни с кем не заключать экономический пакт. Смотри, брат, сколько мне надо, чтобы там филиальчик построить. Нихуя себе, брат. Да. Интересно. А где это? Не скажу тебе, брат. Вот точно не здесь, вот точно не здесь, вот не здесь. Вот не здесь вот, а? Да, не здесь вот. То, что на черная дыра, ну там хочет черную дыру, то значит невозможно попасть, по сути. У меня все нормально. В смысле, у тебя все нормально? Ну, филиал стоит как с филиал денег, нормально. Вон, смотри, скриншот. Ты троллишь, я понял. Не всем понимаю тролля. У меня, по-моему, дороже, кстати. Ну, пошли дальше. Навязывание мысли изучаем. Кому навязываешь мысли? А теперь могу космическую базу поставить в форпост? За 75 влияния? Что? Кажется, игра немного... Плавится, реально. Ну, я-то знаю, что всё миновато. Человек, который все время насирает здесь. Да, зачем ты насираешь? Тяжелые наркотики. Я беру. Construction venture completed. Нихуя себе, движ какой-то, я за. Я тоже. Не по зубам, нихуя себе, Олег, удачи, галахафе. Чел снизу тебя, тебя трахнет. Галахафе. Я вышел, у него все нормально будет со мной. Пол галактики дерется. Да, я тоже дерусь. Да, это мой, вот это мой MVP, вот это вот MVP мой. Ладно, я просто в защиты буду играть, потому что у меня там миллиард станций, я могу себе позволить просто авку кашить. A study has been completed. Mm-hmm.
Ну, слушай, почему разорвал? Что, а почему ты меня больше не любишь? Люби меня. Пиздец, все закрывают за коммерческие пакты. Меня здесь вообще никто не уважает, Олег. Конечно, было бы за что уважать, но все, я уже обидно. Пойду налью интеллектуальный чай. Чего на интеллектуальный? Он ушел, так и не ответил. Хорошо. Ты стал интеллектуальным? Я еще не выпил. Починил рвоту. Что? Починил любовь. Рвота и любовь — это одно и то же. Пятнистая формация. Почему она пятнистая, а почему она формация? О, влияние! Наконец-то! Так долго я тебя ждал, мое влияние. Блин, они об этом знают. Да. Анонимного насилу перла на веревку. Ships upgraded. А твой ship upgraded? Не, нет, ship. Есть ship. Ты просто лай. Нет, я просто piece of shit, you know. Брат, это окей. I'm a trash, you know, trash. Подсосыш. Брат, это окей. Лузер. Брат, это окей, понимаешь, все хорошо. Я никто ничего не пукаю. Я пукаю на тебя. Он кричит. Бешеный. Бешеный. Бешеный, бешенка, бешенка.
A special project is complete. Как бы стане роботов сделать? Чисто для научного эксперимента вопрос. Отведи роботов и закроем всем права. Так у меня и так права порабощения роботов. Ну вот, теперь же мне нужны роботы. Умные, именно синтетики. Синтетики. Как понять, синтетики. Какие умные, какие тупые. Механические, сверхпроводники, вторсырье, широкополосные. А синтетики должны быть написано, синтетики. Дальше я не знаю. Секреты Бол, расскажи мне все свои секреты. Ебать, вот это! Никогда бы не подумал. Что там, что там, что там? Это секрет! Расскажи! Только через свою смерть. Убей меня. Нет. Черт, а ведь план такой гениален был. Твой план не сработал. Никогда на этот план не сработал. Ты пусечка. Ты пусечка. Ты пусечка. Ты пусечка. Ты пусечка. A study has been completed. Коллективный разум у нас есть в игре, нихуя себе. Знал это? Я его впервые вижу в игре. An alien society calls to us from across the ether. Ну, вообще, да, смешно, ребята. Там миллиард тысяч влияния и 600 миллиардов тысяч энергокредитов, чтобы отпить филячек. Один. Что? Филиальчик выйдет, как надо. На твоей системочке. Не сможешь. Тебя затронули, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Может быть, это тебя затроллили тем, что я затроллился? Не может быть. Это был сюжетный поворот. Ты подготовился к сюжетному повороту? Это был троллинг в троллинге. Под троллингом. Троллинг? Интересно. Интересненько. Интересненько. Как вы в пути все сбились после того, как проехались по моим системкам? Are we winning some? Не знаю. Спейспорт вот такой? Где? Ага, там не похуй. Бля, на него 40-70, бля, надо... Уверен, что похуй. Уже меньше похуй. Системку Ваню тарабанят. Ваньку трогают.
70 плюс 80. Это будет... Много. Я посчитаю. 150к. Пошел. A space-born life-form has appeared to us. Yeah, you feel the shock. A space-born life-form has appeared to us. Нас свай ломает. Нас свай ломает? Угу. Или нас Свен ломает? То, что тебе будет удобнее думать. Я беременный. От кого? Я беременна от другого. От кого? От кого? Говори быстро. Скажу, если убьешь меня. Нет. Не пройдет, бать. Ну, даже убил вашу империю, чтобы я жил. Ваню убили и ушли. У меня флота нету. Знаешь, что от меня хотят? У меня только станция есть на 200к и все. То знаешь. Не очень хорошая станция. Кошка что-то смотрит в окно и рычит. Брат, ты покажешь рыбов или ты только продаешь их? Что? При чем тут рыба? Ну покажешь или только продашь? Я пошел просто посмотреть на них. На рыбов. А я продаю. Куда не идет. And the plot back Оскорбили. Не первый раз, да. И не пошли. Давай убьем, блядь. Как его убить? Мы должны закрыть наш филиал, чтобы убить его. Ладно. Пусть живет. Пидор. На основном филиальчики не-не-не. Филиальчик ты не можешь закрыть. Я бы поступил точно так же. Я никогда никому не закрываю филиальчики. Я твой филиальчик. Открой меня. Construction venture completed. Construction venture completed. Construction venture completed. Ого. Что? Никогда не узнаю, что я нашел. Голову Зарклана? Откуда ты знаешь? Он у тебя в каждой игре, брат. Я посмотрел видосик, голову Зарклана. Ну там раскрывал. Видел по описанию. Потом первое хранилище, второе, третье. Грустно, что тебе падает, пока это говно, а мне нихуя не падает. Мне еще баловались. С кем ты баловался? Я знал, что с кем ты баловался, вот поэтому ты...
Construction venture completed. Construction venture completed. Construction venture completed. Скажи, сам летает, брат. Что? Покажи своего летоида. Звучит пошло, осуждаю. Покажи летоид. Покажи летоид, покажи летоид. Покажи летоид, покажи летоид. Покажи мне свой летоид. Покажи мне свой летоид. A space-borne life form has appeared to us. A new colony has been activated. Ну, в смысле, я же так вожу. Что я неправильно вел? А, чё? И, ничего, чё? Ну, в смысле, всё равно ничего не находится. Что за троллинг? Тебя тролль. Оп, да. Что такое легкого троллема, брат? Не будет таким легкотроллемым, брат. Не будет легкотроллемым. Ты ж не супер легкий тролль. Тролль тебе, тролль, тролль, тролль. Брата тролль, 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 брата тролль, 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 брата тролль, тролль, тролль. Прекрати троллить, брата. Там они превратились в роботов. Да, и фейковые роботы. Фейковые роботы. Как определить фейкового робота от не фейкового? Просто на засыпку тебе. Так сказать, пища для размышления. А я думал, кебаб у меня. Забирает твою пищу. Отдай всю пищу. We must defend our spaceport. А где? Где это он? Бля, он ломает ебало. Что это такое? Не делать ему нечего, потом вообще появился. Тупой урод, блинканулся туда. Прости. Не хрустеть. Может быть, не срать. Ну, вообще можно. Construction venture completed. 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 A study has been completed. Изумительно. Облизывает кал. Прикольно. Inbound communicate. Yeah,
Construction venture completed. 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 Я вроде бы играл через науку, брат, но что-то вообще я не чувствую. У меня всего лишь 2к науки. Хотя я очень много наук пихал везде. Брат, у меня однако. Все, теперь чувствуешь себя удовлетворенным? Да, немножко. Экуманополис. Промышленный экуманополис. Экуманополис. Давай, война закончится. Блин, я хочу поменять политику с воинственности. Я не такой уже воинственный. Станьте, какой здоровый. Inbound communicate. Тебе заняться нечем. Да. Construction venture. А то есть ты такого не понимаешь, да? Тебе надо под тысячу миллиардов. Мне вообще ничего не надо. Я понял. У меня все в лимит уходит, я продаю. В смысле, так... Нужно там развиваться, брат, у тебя вообще ноль экономики. Мне говорит, ссылаешься, что у тебя ноль экономики, что типа ты лох попущенный. Я не спорю. Но каким образом, если у тебя постоянная экономика в лимит уходит? Ну, в ресурсы. Откуда знаю, у меня 1000 планеток. Все на них строю. Сколько у тебя населения? 400. Ага, у меня 800. Наверное, это за это. Типа ты строишь планетки, но там никто ничего не работает. Ну, в смысле, я же построил там транзитные условия. Там работают все, где кто где хочет. Не-не, ну именно транзитные, они, ну, они переселяются куда хотят. Но я имею в виду, что... Мало людей слишком. Это я имею в виду. A study has been completed. Какой уродный вы гриб, конечно. Sorry. An alien society wishes to contact us. Ладно, хороший гриб. Не угадал. Thank you.
хочешь зайти в мой Дискорд, посмотреть на меня, сказать, что у меня неправильно, дать советы? Показывай экранчик. Если, брат, если у тебя ресурсы все в лимит уходят, значит я не знаю, что это может быть не так. Ладно, типа флот хуже некуда, хорошо, это я могу понять. Экономика слабее, наука слабее. Уровень технологий и экономика. Каким образом? Там Костя онлайн. Был онлайн. Но он не в стиме онлайн. A study has been completed. Может, слишком начал сильно развиваться в начале игры, и поэтому тебе, знаешь, прибили по голове немножко так. Ты мне скажи. Показывай экран. Ты же не показываешь мне экран, что я тебе могу смотреть показывать? Просто кликни на любую мимижеру. На любую. Ну, если на науку почнешь, то у тебя будет плохая страна. Брат, я не вижу ничего плохого, но вот тут. А тут ты не поставил половинки, брат, здесь. Вот на этой планетке, смотри. Плюсик. Планета, да. Зачем на половине? Сооружение. Сооружение. Сооружение снизу. Сооружение снизу. Плюсик, да, вот плюсик. Вот видишь, плавалитейный завод? Я так и делаю. Ну, а чего нет? Я не думаю, что это меня сейчас экономику восстановит. Фу. Вон минерал, планет с минералами. Строишь штучку для минералов. Я с таким сломал, что нихуя себе. Как будто столица проходной двор. Любой заходит, ломает, уходит. Интересно. Почему папа опять воюет? Он первый напал, а почему? Он кого напал? Ага. В священной мере кто-то захватил. Он, наверное. Сразу дым подходит под горячую руку. Меня хоть добьет сегодня. Нет, хотя бы просто каждый раз поднимать на ноги. Типа такой, обтрухивать тебя так, фу, все, все хорошо, помирились. Тебе же не больно было, да? Тебе же не больно. Тебе же за это не обидно, да? Ты же не обижаешься. Ну, там просто, ну, борьба горячий. Поэтому такой врывает эту дверь, ломает. На! Об трубу на голову, думаю, на! Нет, нет, что я делаю? Я бы вообще не поделал так. А там он пиздец, он больше. Они изброзные.
революция. Странно, да? Получается, отпрыск не очень. Нет, я думаю, не надо просто. Я вижу тебя, чтобы что-то такое делать. Развитие мира. Слышишь, все правильно. Что ли, мэри, мэш, мэри? По приколу, что? Еще ведь такое смотрю, там он... Опека! Я тебя опекаюсь, таким образом. Да-да-да! Системочка прям геноцид отправляет ракеты супер-пупер ядерные, которые термобабах. Это такой, не твоя воля, да твоя же больше. Просто у тебя экономика нормальная, хорошая. Локальная рыба, минеральчики. На 4 было, доп. Доп, что-то не так пошло. До вот этого. Я без понятия. На Сади Хан все еще живет. Возьмем сериалы, вон. Даже много есть. Знаешь, благодаря кому у тебя филянчики есть? Я убил твоего соседа этого. Соседа... Я забыл. Тоже корпорация вообще. Я его ассимилировал. Твоя армия, армия того, кто тебя говорит, не беспокоит. Мои тиммейты, давайте в Раире. А, это ММР? Ну да, похоже, 326 ММР. Бро, сейчас ты пойдешь на одного ММР. Не, ну аккаунт с одним ММР хорошо продается. Черт, я могу тебе посмотреть на геймплей на одном. Элла Мэри. Что ж там такое происходит? Там люди, наверное, просто смотрят, стоят друг на друга под таверами. Обсуждают пиво. Я смотрел, там вроде нормально играет. Как у тулака побольше. Я брал место ваше купить. Не пошел у тебя, Кач. Фунак да керак. Они же даже поленились сделать анимацию для портрета. Я видел. Я думал, это у меня баранулось. Остальные портреты в среде, они... Ну, знаешь, радуйся хотя бы тому, что есть обновление, а то ты сам нам говорил, что больше обновлений не будет, не будет. Типа, какая-то стычки с работниками произошли, типа, что они, ну, компания не платит работникам или платит мало, заставляет работать много. Контент, типа, не очень для бета-тестеров, типа, закрытые. Как убить себя? Ох, ладно, игра слишком долго идет, сохранится. Так попут. Я пойду по какой образ, видно, тебе игра не зашла это. Две, которые мы играли до этого, у меня все там заходило. Это у тебя, по-моему, не заходило. Да не, у меня нормально там вроде. У меня тоже нормально все было.